Как и было обещано ранее, после окончания ремонта коммунального моста полностью закрылась на реконструкцию улицы Уральская, вернее, участок от цирка до Розалии Землячки. До 4 августа движение в сторону города было открыто, теперь всем участникам движения придется объезжать зону ремонта. Автобусные маршруты будут следовать в объезд по улице Розалия Землячки, Лебедева и Крупской. Это в направлении центра города. В направлении микрорайона Весим автобусные маршруты будут следовать по Крупской, Лебедева и улице Металлургов. При этом для тех, кто живет за цирком, сохранится для проезда участок дороги на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых. Ремонт здесь и вправду масштабный. В ходе работ подрядная организация уже проложила коллектор ливневой канализации. Также предстоит поменять коммуникации водо- и теплоснабжение, систему наружного освещения, асфальт и, конечно, трамвайные пути, причем по новой технологии. Этот ремонт, он обязательно нужен, потому что, например, трамвайные пути на улице Уральской очень давно реконструировались, и, как минимум сейчас, например, поступают даже жалобы от жителей соседних домов, о том, что громко, слышно трамваи, они гремят, сами пассажиры тоже испытывают неудобства. После ремонта там будет применена новая технология ремонта, сварные швы, то есть когда трамваи уже не будут на этих стыках греметь. Следить за расписанием движения общественного транспорта можно на сайте gurtrans.ru в режиме онлайн. Также отслеживать движение автобусов в реальном времени можно с помощью бесплатного приложения «Яндекс.Транспорт».